конвой тран ненадолго прибыл. Он куражился, пыжился, прятал мечом, похваляясь, что враг ему всяк нипочем. Но вдруг Рагнар рыжий, как лютик, поник. Он услышал Матильды насмешливый крик. Что блажишь ты, что врешь, что ты мед здесь наш пьешь. Нас довольно, готовься, сейчас ты умрешь. Лязг стали, а сталь беспрестанно звенел. И Матильды воинственный дух пламенел. И увял сих пор Рагнар хвастливую речь, как слетела башка его рыжая с плеч. Спасет нас ответ уже.